А у нас до перерыва осталось 5 минут, и я предлагаю не затягивать болтовней время и дать музыкантам возможность исполнить еще одну песню. Это я нам с тобой предлагаю. Следующая песня будет у нас на украинском языке, и я хотел бы небольшую ремарку сделать. Нужно ли? Немножко хотел бы сказать, да. То есть у нас случилась определенная вещь в нашем турне. В первый раз в нашей истории нам не дали выступить по каким-то надуманным причинам. Не нужно, думаю, сильно даваться подробности, какие поводы на то могли возникнуть. Я даже сейчас обойдусь без деталей. Не хочу бы рассказывать, но я просто хочу сказать, что какие-то взаимные фобии, страхи, они должны быть, наоборот, как сейчас разрушаться, нейтрализовываться. И на украинских фестивалях играют российские группы, совершенно точно, и никто никого не боится. И я предлагаю в России поступать таким же образом. Мы полностью согласны с этим утверждением. И с удовольствием послушаем эту песню. У вас есть такая небольшая ротация произошла музыкантов, перемещение по студии. Можете смотреть, silver.ru, работает камера. Дзержинский бец. Ну, тем временем, пока ребята... Ага. Уже поднастроились. Я мушу дати тобі пораду, не наближайся менше, ніж на крок. Коли відчув тебе, я поряд, ти вимагала в мене кров. Ти дуже хочеш мою кров. Якщо це може знову статись, коли впливає первоцвіт, ти диви мусимо з'єднатись, у тебе добрий. Досить чудовий апетит. Тихо на дворі, лише пахнуть квіти. Я вже був не здатний тебе зупинити.
ближайшем выпуске новостей в 21 час.